433 автобус. Мы едем с Дашей в Иерусалим. Даша читает Евангелие. Евангелие царствия по всей вселенной. По свидетельству всем народам. И там придет конец. Когда вы будете видеть запустение, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, с читающей до разгрея, когда вы будете видеть это любовь. Подъезжаем к Иерусалиму. Билет оплачивается внутри трамвайчика, трамвайчик пуленепробиваемый. Но пока, короче говоря, разберешься на иврите с этим билетом, проще пару остановочек доехать так спокойно. А охрана, она, если что, просто попросит, чтобы на улице оплатили. Но здесь дело в том, что пока будешь стоять разбираться с ивритом, трамвайчик уже, короче, уйдет, и придется ждать новый трамвайчик. Поэтому, друзья, такая система еврейская, которую я не до конца понимаю. Создаем энергию любви в каждом месте, в котором находимся. А даже вот такими детскими пузырями можно развеселить людей. И вот, друзья, мы снова в стенах Иерусалима. Старый город, Явские ворота. Солнечный прекрасный день. Много туров и туристов тоже. Сейчас мы вам покажем все. Вы с нами путешествуйте почаще. Сколько же вас приглашать можно? Оставайтесь на канале, подписывайтесь, колокольчики ставьте, потому что будет много интересных событий. И сейчас мы с Дашкой гуляем по старому городу, по Иерусалиму. С нами Бог разумейте, покоряйтеся, яко с нами Бог. Услышите до последних земли, яко с нами. Покоряйтеся, яко с нами Бог. Аще Бог паки возможете и будете, яко с нами Бог. И же аще совет с
совещаете, разорит Господь, яко с нами Бог. И гроба Господнего, а тем временем в Иерусалиме, в старом городе, вечереет. И вот уже вышел день. Яко с нами Yeah.